приезжаю, с канализацией не справляется. Вообще невозможно. Видите, вот там лужища огромная. Обходить пришлось вот по этой стороне. И сейчас вот иду опять лужа. Это ужас, это никто не контролирует. Это делали не специалисты совершенно. Я не знаю, как не стыдно так работать. Это, я не знаю, даже оценка 0 баллов им за их работу. И зарплата им придется тогда тоже. Ну что, это, мало того, что сами не умеют. Так, кого набирают-то? Наверное, на двойки, на тройки учились в техникуме. Вот и так и работают. Ничего не знают, как надо делать.